Юрий, привет! Здорово! Слушай, как мы оказались с тобой на одной кухне, скажи? Чудеса! Вот техника, конечно, дошла, да. Удивительно. Обновление Слушай, зума, ну... Да. Ну, ладно, кухня, я еще это как-то могу пережить, но ты мне с прошлой нашей встречи совсем взорвал мозг, когда поведал о сложном проценте, и мы посмотрели, как это работает на горизонте, там, 10 и 20 лет, показали, посмотрели эту табличку. А у меня мысли не идут из головы, как такое вообще возможно? Нет, ну с табличкой там все понятно, просто берешь, откладываешь денежки и все. Там я в конце рассказал, что еще можно вообще без денег создать источники пассивного дохода. А этому я вообще не верю. Это, как это вообще возможно? Покажи мне хоть одного человека, который мог это сделать. Да легко, это я. Вот он. На самом деле, как это у тебя получилось? На самом деле не только я, таких людей очень и очень много. Вот, это надо понимать. Смотри, какая штука. Вот... Тебе нужен дом? Ну, я к тебе поэтому и пришел, потому что хочу дом построить. Что ты мне сказал? Ты сказал, Юра, мне нужно 2 миллиона, чтобы построить дом, так? Так, мы с тобой посмотрели бизнес, это не работает. А, начали смотреть... Мы проверили несколько бизнесов, которые не работают. Да, ну, посчитали, сделали расчет. Ну это ладно, я предприниматель, у меня есть навыки. Ну смотри, навыки. Какая у тебя цель? Что ты просишь у Бога? Деньги, 2 миллиона, правильно? Да, я хочу 2 миллиона рублей для того, чтобы реализовать свою цель. А цель – дом в конечном итоге. Вот, поэтому надо просить дом, а не деньги. А, тут я вообще не понимаю, как просить дом. Тебе нужен дом, смотри, тебе нужен дом. Ты говоришь, Господи, значит, мне нужен дом, я хочу, чтобы, значит, каким-то образом у меня был дом. Ты можешь послать мне, значит, 2 миллиона, чтобы построить его, но ты можешь как бы послать мне внезапно какого-то богатого, ну, наследство получить ты можешь, правильно? Ты можешь выиграть в лотерею. Ты хотел сказать какого-то богатого мужика, но я же не женщина. Не-не-не-не-не-не. Ну, наследство и так далее. Богатую невесту, это еще ладно. Твоя мечта может осуществиться самым неожиданным образом, вот что я хочу сказать. Самым неожиданным образом и не обязательно. То есть деньги – это самое простое. С деньгами любой может построить дом, правильно? А надо ставить цель дом. И, значит, ты понимаешь, что ты ищешь какие-то разные пути для того, чтобы получить этот дом, и ты его получаешь в результате. Вот так. То есть я-то свой дом, например, без денег, я его сам строил, ну как без денег. То есть я вкладывал только в стройматериалы и построил сам свой дом. Вот он, пожалуйста, тебя так послушать. Да, я видел твой дом. Да. Шикарный дом, трехэтажный. А ты мне предлагаешь идти в церковь и просить деньги у Бога, правильно? Или дом у Бога? Нет, я предлагаю тебе направить мысли все на это. Смотри, как у меня это получилось. Смотри, когда я понял, что я шел не туда, то есть я там работал и создавал много всего, и я пытался заработать все больше и больше денег, но в результате, когда я, значит, там мне по башке ударило, значит, там это самое... почти инсульт, то я лежу, и я понял, что все, что я делал, это не совсем правильно, потому что я не создавал источники пассивного дохода. То есть мне нужен доход, который будет идти, даже если я не работаю. То есть это пассивный доход, правильно? Это шикарно, это звучит да, очень красиво. Смотри, не работаешь, самый простой способ, как получить пассивный доход, какой? Надо положить деньги в акции, в облигации, и они будут давать, акции дают дивиденды там постоянно, они растут в цене, значит, облигации дают купонный доход, и все хорошо, правильно? Да, но чтобы получить такой доход, мы посчитали, нужно 6 миллионов рублей. Да, совершенно верно. 100, это 100 самый тысяч, чтобы получать, надо 6 миллионов. Это самый простой доход, который лежит на поверхности, правильно?
Правильно. А у меня, вот как мы с тобой определились, всего 100 тысяч, и цель получить дом, который стоит 2 миллиона. Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Смотри, что я делал. Я просто на своем примере могу рассказать, что у меня, как у меня это получилось. Я, когда вот это понял, я посмотрел, все люди живут точно так же, как жил я. То есть заработал деньги, что-то купил. Заработал, что-то купил. Там, заработал, ну, там, накопил на машину, купил машину. Уже мечтаешь о следующей машине. Там, заработал там, еще на что-то, ну, купил что-то, там, телефон и так далее. Вот, о доме я даже не мечтал в свое время, так сказать, ну, а потом, когда я решил, ну, завести другую семью, значит, думаю, ну, надо дом, значит, я начал мечтать о доме, и в результате, ну, я думал, что Господь пошлет мне как-то денег, так сказать, там кучу, деньги не шли, и поэтому, ну, я озверел немножечко и начал строить дом сам. То есть, ну, на участок у меня хватало, и я начал, взял лопату там буквально и со стервенением начал рыть. Я вот помню, что ты говорил, что ты взял лопату и пошел копать. Денег не было, а сосед смеялся с тебя. Да, да, да. Ну, не сосед там. Но да, лопата все кругом смеялись. Лопата у меня тоже есть. Вот. В результате через 5 лет я построил дом неимоверных трудов, так сказать, героических. Я построил дом. То есть, в общем, так сказать, ну как, денег я вкладывал там, ну, не так много, сколько он стоит на самом деле. Вот, и дальше, ну, когда я его построил, вот у меня это случилось все, я начал думать, ну, почему же люди живут, ну, все деньги, которые получают, они тратят, ничего не откладывают, не создают себе источники пассивного дохода. И я думаю, блин, надо же им объяснить это дело. И я начал прямо вот с энтузиазмом объяснять, то есть я буквально сделал это своей миссией, я сказал, люди, блин, зарабатывайте деньги побольше и откладывайте их на будущее, чтобы создать источники пассивного дохода через акции, через облигации, вот все это. И говорю, давайте со мной вместе создавать эти источники пассивного дохода, я буду вам рассказывать, как это я делаю, и повторяйте за мной, и мы вместе создадим источники пассивного дохода, и мы будем все богатые и счастливые, и будем друг друга, значит, ну, приятно же общаться с нормальными людьми, с приличными людьми, которые не ноют постоянно, а такие вот все, ну, приличные люди, правильно же? Да, то есть я правильно понял, что ты отказался от работы и начал заниматься только этим? Нет. Или нет? Нет, нет, параллельно, конечно же. Параллельно, то есть у тебя сохранялся источник дохода. Я смотри, я работал, я зарабатывал деньги, и часть этих денег откладывал постоянно, что бы мне ни стоило, я постоянно откладывал деньги на будущее. Это были очень маленькие деньги в начале, что там, 5 тысяч в месяц, там, ну, отложил 5 тысяч в месяц, что с 5 тысяч будет. Но за год 12 умножить на 5 – это 60 тысяч, это уже не так мало, а за 2 года уже 120 тысяч, а когда они начинают работать. И вот обо всем этом я начал рассказывать. И теперь давай, сейчас я тебе покажу свой канал на YouTube, на котором я рассказывал. Почему я рассказывал на канале? Ну, потому что YouTube – это такая сеть, которая, ну, в Фейсбуке можно там что, фотография и написал текст. А на Ютубе можно и, значит, видео, и текст, интонация, и через Ютуб, через видео я передаю свою энергетику, правильно? Это очень, ну, важно. Ну, воздействие идет сразу, да. И визуально, и аудио, и действительно, когда смотришь видео, как-то заряжаешься, ты очень позитивный, конечно, такой, конечно, мне нравится смотреть твои видео. Да. Вот, поэтому я, значит, на Ютубе все это начал. И я говорил, ну, буквально в пустоту, у меня было и просмотров мало, и подписчиков мало, но я упорно, как баран, продолжал это делать каждый, там, сказать, ну, там, чуть ли не каждый день, там, или там, ну, как положено. И я хотел донести это максимальному количеству людей. Почему я это делал? Потому что, ну, вообще-то я там в сетевом маркетинге работал, мне говорили, встречайся с людьми, и когда я с ними встречался, проводил вот эти встречи, беседы, я заметил, что постоянно я говорю об одном и том же, постоянно с разными людьми одни и те же возражения, я и то же самое повторяю, одно и то же. Ну что я буду повторять, когда я запишу один раз видео, и, значит, это видео могут посмотреть 1000 человек, 1000 встреч провести мне намного сложнее. Поэтому я сказал, надо идти через YouTube-канал, и я начал идти через YouTube-канал и нести свои ценности, которые
очень важны для меня. Эти ценности я начал доносить до людей. Посмотри, что у меня было на канале. Я начал этим заниматься давно. Сейчас я покажу тебе свой канал на YouTube. Так, вижу 54 тысячи подписчиков на канале. Сейчас, секунду. Вот посмотри. Вот у меня всего сейчас 54 тысячи подписчиков. 54 тысячи подписчиков, просмотров 39 тысяч часов за последние 28 дней. Время просмотра, ну, растет тоже. Подписчики увеличиваются, причем увеличиваются они, заметь, по той же самой формуле сложных процентов. Чем больше подписчиков есть, тем больше их, ну, как бы они нарастают в процентном соотношении. Та же самая формула сложных процентов работает и здесь. Поэтому вначале я, когда начинал это делать, у меня подписчиков было совсем мало, и их количество росло очень мало. Я просто на энтузиазме делал, ничего не, ну, как бы, плевать на все, я просто делал это дело и, значит, рекомендовал всем, сказать, посмотрите мое видео, меня никто не смотрел, а я все равно это делал. Упорно, как баран. Я вообще по знаку зодиака Овен, поэтому я баран просто. Вот. И в результате когда-то я добился так, что у меня было 1000 подписчиков. 1000. После 1000 подписчиков мне, значит, YouTube разрешил включить монетизацию, но я включил, ну, смешно, да? Знаешь, сколько я получал в начале? Нет, скажи. Очень интересно. Примерно 4 цента в месяц. А в рублях, получается, нужно 4 умножить на... 2 рубля 80 копеек. Это да, по текущему курсу. Но тогда курс был 28, то есть это было еще в 3 раза меньше. То есть, ну, рубль, короче говоря, в месяц я получал от Ютуба. Потрясающие деньги. Вот. Поэтому я на это плевал абсолютно и не просто продолжал то же самое делать. Дело в том, что на Ютубе я получаю вот свои эти... вознаграждения, но я их не получаю, они там накапливаются, потому что вывести их можно от $100, поэтому, ну, когда там $100 накопится, через год, понятно, что на это можно не обращать внимания, и я продолжал это делать, а число подписчиков росло, и росло оно именно по методу сложных процентов. Смотри, какой это метод. Смотри, вот если мы вот здесь деньги написано, ну, если это не деньги, а количество подписчиков, неважно. То есть здесь та же самая формула. Ты видишь, да, график сейчас, правильно? Ну, вижу, да, график получается. Да, вот сюда. Одна ось – деньги, а вторая ось – время. Там, что будет? Просто время. Время, хорошо. Время. Вот, время идет. И неважно, это деньги или количество подписчиков, примерно идет... Вот такой у нас рост. Это экспонента типичная. Так, сейчас я примерно ее нарисую. По экспоненте, как у нас при нуле, это единица. Да, она вот оттуда, откуда-то идет. Вот так вот. Опа. Ну, стандартный график экспоненты. Вот. Чем дальше, тем она с ускорением идет и увеличивается. Это может быть деньги, это количество подписчиков и так далее. Поэтому в начале, ну вот, график такой. Но если мы увеличим график, масштаб графика увеличим, то мы увидим вообще вот такую картинку. Вот. Вот, она медленно-медленно начинает расти, 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 а потом, ну, ты понимаешь, что у меня рука тут трясется, это мышь... Только получается... В начале вот. Денег было ноль, да? То есть надо посмотри, поменять 8. Да, в начале... Ну, это 1000 подписчиков вот здесь вот. А денег-то ноль на самом деле. Денег ноль. Сейчас я нарисую вот по деньгам. Вот такая вот будет линия. Вот. Вот такая линия будет. То есть денег ноль. А времени при этом все больше и больше уходило. Нет, время... Да? То есть я долблю в одно место, у меня денег ноль, вот, а я все долблю и долблю и долблю. То есть чем плоха формула сложных процентов? Тем, что в начале... Очень-очень маленькая доходность, очень маленькая.
Очень маленький рост. И поэтому на это никто не обращает внимания. То есть смотри, если ты положил 5000 рублей на счет, сколько с 5000 накапает? Да нисколько там накапает, там, господи, копейки. Точно так же и здесь. Копейки накапывали. То есть вот, а я продолжал делать. И у меня количество подписчиков росло вот по этой же, буквально вот по этому же закону. Это закон сложных процентов, это экспонента. И точно так же у меня росли денежки потихонечку, понимаешь? И... То есть можно я скажу, слушай, вот я правильно понял тебя, что очень похожи инвестиции и вот то, что ты делал, да? Совершенно верно. На YouTube. Да, чтобы получать пассивный доход. Да, только инвестиции – это деньги, а здесь я деньги не вкладываю. А тут ты вкладывал только время свое, правильно? Да, время, навыки, свой энтузиазм, но больше ничего. А что мне еще было вкладывать, если у меня нету денег? Понимаешь? Да нечего, собственно, вкладывать. Вот, поэтому, когда нечего вкладывать, так беру и начинаю вкладывать свое время, свою энергию, свой опыт, я начинаю учиться и думаю, как это ускорить. Понимаешь? Ну, постой. А вот люди, которые ходят на работу, они же сразу вкладывают деньги и сразу получают доход какой-то. Почему вот ты не пошел этим путем? Это как раз и есть ловушка. Люди, как раз, которые ходят на работу, они вообще ничего не вкладывают. Они тоже продают свое время, правильно? Правильно. А если мы на графике это изобразим, то есть как сейчас, бы это выглядело на графике? Пожалуйста. Вот просто интересно. Да. Вот люди. Вот здесь вот у меня ноль денег, видишь, да? Да. Ноль денег. А люди, которые ходят на работу, они получают вот здесь вот, сейчас я цвет поменяю. Вот люди, которые ходят на работу, они будут получать вот... сразу вот такую сумму, понимаешь? То есть у меня ноль, они на меня смотрят как на идиота и говорят, я зарабатываю 20 тысяч рублей, а ты бесплатно трудишься, ты дурак. Ну так и есть, как бы многие же так и смотрели, наверное, да? Ну конечно так и смотрели, они говорили мне, вот, они на меня смотрели как на идиота и говорили, ты работаешь бесплатно, вот, у меня ноль зарплата, я снимаю видео, но правда я снимаю видео не целыми днями, я же снял видео и хожу на работу и так далее, я зарабатываю вот эти деньги, но параллельно у меня идет вот этот вот источник дохода, маленький-маленький, понимаешь? Да, теперь начинаю понимать. И постепенно вот этот вот источник дохода, он начинает подниматься, 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 и он начинает уже быть сравнимым с тем доходом, который получается здесь. И ты знаешь, как получилось все? А получилось все внезапно. Это здесь такой красивый график и ровная экспонента. На самом деле получилось... Вот так вот он шел бесплатно, ну как бы такой вот за бесплатно, а потом вот так бумс, и я сразу перескакиваю в другое измерение. У меня самый главный вопрос, а что у тебя, вот ты как раз в это время мечтал о доме, скажем так, напрямую там Бога просил о дом, а не деньги. Как ты так себя все время заставлял это видео снимать, то есть вот что было? Главное, это для меня было принести пользу людям, рассказать людям о том, как надо строить свои финансовые планы, что надо делать. Вот это для меня было самое главное ощущение. И я им рассказывал про источники пассивного дохода, ну и я постоянно думала об этих источниках, понимаешь? Вот, и я думаю, ну как же я буду рассказывать про источники пассивного дохода, и я постоянно создавал эти, я искал моменты, ну это вот только один из моментов, это вот видео на YouTube, которые я размещал, и они постепенно, значит, росли доходы от YouTube, это только один источник. А сколько источник... вот одно видео, а сколько одно видео приносит, вот еще один вопрос, перебью тебя. Сейчас можно посмотреть. Показать. Сейчас попробую показать. Вот это же ты показал, все видео приносят столько денег, да, на YouTube? Да, теперь смотри, хорошо, сейчас я покажу. Доход показываю. Вот, так. Самые прибыльные видео, вот. Посмотри. Посмотри, какие самые прибыльные. Вот это вот видео принесло мне за последние
28 дней, $21. Вот это видео. Это хороший доход. Если учесть, что оно просто крутится, ты его давно сделал. И вот давай посмотрим, когда я это видео снял. Сейчас оно запустится. 22 мая 2016 года. Это сколько ж прошло уже, получается? 5 лет уже как прошло. 5 лет прошло, и давай посмотрим, как это видео, посмотреть аналитику этого видео. То есть, когда я снял это видео, я снял его бесплатно. То есть, это мой вклад. Как бы, понимаешь? Вот. Я снял его бесплатно, у меня ничего не шло из денег, а теперь посмотри, сейчас я здесь сделаю за все время, с момента загрузки. Вот посмотри, с момента загрузки здесь денег 0, потом постепенно увеличивается количество денег и так далее, и у меня постоянно это просмотры, а вот это вот деньги. Вот они денежки, вот они бывают всплески, как когда-то, да, то есть как бы график не такой прямой, но постоянно идет на увеличение. Вот столько денег в день капает мне. Само собой, это пассивный доход, согласись, 5 лет уже назад я создал это видео. Ну круто. Конечно, по $1 видео приносит классно. Но не все же такие харизматичные, как ты, не все же такие энергичные, как ты, и целеустремленные. Во-первых, вот, я тоже... Не каждому дано на YouTube... Если ты посмотришь мои первые видео, ты ужаснешься. То есть ты себя сделал сам, получается, работаешь, да? Конечно, то есть в процессе я не только как бы стал, вот, ну, как бы приобрел навыки, то есть сейчас я приобрел новую специальность, я могу монтировать видео за деньги, это большие деньги, между прочим, то есть я могу уехать в Америку и монтировать там, заниматься видеомонтажом за деньги, и мне будут платить совсем даже неплохо, вот, и... Columbia Pictures не представляет. Нет, зачем Columbia Pictures? В Америке очень много всяких тоже ютуберов, блогеров, и основное время, которое тратится, это на монтаж. Пожалуйста, и они очень хорошо платят за монтаж видео. И, ну, как бы есть масса вариантов, там, ну, сказать, ну, $2000 в месяц я могу получать в любой момент, где угодно. То есть я приобрел специальность, я не хочу этим заниматься постоянки, то есть потому что, ну, как бы, зачем, если у меня есть и так пассивный доход? Но если что, то, в принципе, я могу. И это только один источник пассивного дохода. Смотри, дальше я, когда у меня было совсем мало денег, я экономил на всем и рассказывал людям. Люди, я, смотрите, экономлю на всем. Вот у меня есть там карта Тинькофф, я им показывал карту Тинькофф. Посмотрите, люди. То есть вот вы тратите деньги наличкой, да, у вас там, кстати, там и мелочь вот эта вот гремит, которую вы потом выбрасываете черти куда, а на самом деле, а здесь, когда карточка расплачивается, мелочь не гремит, значит, там все удобно. Если украли карточку, то, в общем, сказать, деньги это не украли, и карточку можно восстановить, и все. А если деньги потерял, то, значит, ну, там масса всего. Я им рассказывал, я говорю, возьмите карточку Тинькова, вот моя ссылка. По приведи друга, значит, 300 рублей получаю я, 300 рублей получает мой друг. Значит, здесь я получал где-то 5000 рублей за каждого друга в месяц. Ну, не за каждого друга, а вообще в месяц. А, вот с этого направления, да? С этого направления. То есть источников пассивного дохода должно быть много. И эти видео крутились, и люди подключались, и я получил еще и отсюда деньги. Потом, значит, я рассказывал про инвестиции в фондовый рынок. Я думаю, а что я бесплатно рассказываю? Я пошел к брокеру, и я начал говорить, что, слушайте, давайте я про вас буду рассказывать и буду вас рекомендовать, а вы мне что-нибудь заплатите. И у них есть программа. К этой программе может каждый подключиться. Это называется «О-инвесторе». И каждый может рекомендовать точно так же. И вот в результате у меня сейчас в районе 200-250 тысяч пассивного дохода. Там в зависимости от месяца. Вот так вот. Из разных источников. Да, и, конечно же, источник – это продажа моих курсов тоже. Биржа для чайников, которую я создал. Вот это же табличка стратегии накопления, про которую я рассказал.
То есть, если вот перевести твой источник дохода там, в 250 тысяч, это, грубо говоря, где-то в активах нужно под 20 миллионов иметь, чтобы получать такой источник пассивного дохода. Но ты, получается, и без капитала пришел к этому источнику пассивного дохода. Вот как-то так, да, я понимаю. Ну и постепенно еще и капитал тоже работает уже на формирование. Не а так. Как? Сколько ты сказал? Ну, вот мы с тобой посчитали в начале, что чтобы получать 100 тысяч пассивного дохода, нужно иметь 6 миллионов рублей. Ну, это ежемесячно, чтобы 100 тысяч пассивного дохода приходило. А чтобы 250 тысяч получать, то это надо 12 миллионов, ну и плюс еще на 50 тысяч еще 3. 15 миллионов нужно иметь актив, чтобы выйти на пассивный доход ежемесячный в 250 тысяч. Да, да, примерно так. Поэтому, да, вот получается, что ничего не вкладывая, я создал актив, который стоит, ну, где-то вот в районе 20 миллионов, да. Я просто оценивал, там в районе 50 получалось у меня, ну, просто я оценивал, сравнивал с облигациями федерального займа, который дает сейчас, ну, 6-7% годовых, поэтому вот. Если нет, есть, там, нет, 18, я сейчас не пытался оценить там YouTube как актив, я именно, ну, вот с точки зрения... Вот такие доходы, да. Да такие доходы мне вот, ну, как бы, я ничего не вкладывал, а получаю деньги. Получается вот так. Ну, все это хорошо, но все это про тебя, а как это про меня, и как это про зрителя, которые нас смотрят. Вот они сейчас думают, ну и хорошо, там, у Юрия есть свой канал на YouTube. Ну, в общем, да, я тут зазвездился, да. Второй вот этот парень, как бы, лысый сидит, у него что там, хочет дом построить где-то в селе, в маленьком городе, а мы-то что? А он-то что вообще построит или не построит? Или будут они так с Юрием снимать и зарабатывать? Все-таки зарабатывать надо. Мы в прошлый раз выяснили, что зарабатывать на бирже много не заработаешь. Надо все-таки делать бизнес. Биржа для того, чтобы инвестировать. Биржа для того, чтобы для инвестиций. А зарабатывать надо как раз бизнесом. И надо зарабатывать таким бизнесом, который... мы уже выяснили, не имеет физических ограничений по сбыту, правильно? Или они где-то очень-очень высоко, правильно? Помнишь, мы выясняли? Да, да, чтобы не было предела этого роста. Чтобы не было предела, чтобы это не зависело, как мы с мороженым, да? Либо мы не можем продать мороженого больше, чем мы можем, либо мы не можем просто физически чисто, так сказать, там, с такой скоростью продавать мороженое, правильно? То есть мы должны организовать такой бизнес, который может расти безгранично, либо очень высоко вырасти. Вот, это первое. Второе, нам бизнес нужен для того, чтобы, ну, который не потребует складских помещений, не потребует аренды, не потребует каких-то вот, ну, транспортных, помнишь, мы с мороженым, да, ты все время говорил, там, мне нужен холодильник, мне нужна газель, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, нужен бизнес, который, ну, не будет вот этих вот физических ограничений иметь, то есть какой бизнес для этого подходит? Для этого подходит как раз бизнес через интернет, что я и предлагаю тебе сделать. То есть то, что я и делал, на самом деле, посмотри, у меня один из источников, один из главных источников пассивного дохода – это продажа моих курсов. Я предлагаю тебе тоже продавать курсы. Вдруг у меня не получится так же рассказывать, или я не разберусь в этом во всем, как ты. То есть что мне нужно учить, учебник сидеть, чтобы стать экспертом в этом деле? Ну, не прибедняйся, ты многое уже умеешь. Вот. Я готов тебе дать свои курсы. То есть ты даешь мне свои курсы, и я буду продавать твои курсы, получается? Да, совершенно верно. То есть я их создал, мне не жалко. Я отдаю тебе, ну, буквально там сколько, как договоримся, там 50% или 30% от того, что, ну, как бы продаю я, ты продаешь. Я в это ничего не вкладываю, правильно? Потому что это продалось благодаря тебе. Мои курсы, твои продажи, все честно. И я получаю такой большой процент
вплоть до 50% за проданные курсы, да? Да. И смотри, что получается. Я тебе расскажу потом. Ой, а что это я тебе сейчас рассказываю? Не, мне надо бежать, я тебе в следующий раз расскажу, потому что это достаточно долго и, ну... Вот так всегда, до самого интересного мы с тобой дошли, и ты все время говоришь, все, мне надо бежать. Ну, послушай, я тебе должен рассказать, как их продавать. То есть это же как найти целевую аудиторию, что такое центры коммуникаций, значит, как идет развитие в соцсетях и так далее, и так далее, и так далее. Это масса всего, я тебе расскажу. Это целая наука, это целая наука, действительно. Но мне важно, чтобы ты согласился, чтобы ты захотел этого. Но мне очень интересно, то есть получается, и не только я могу так, да, то есть я же не какой-то особенный. Посмотри. И каждый подписчик человек, может, да? Абсолютно каждый человек сможет заработать там не только 2 миллиона, и 10 миллионов, и прочее. Потому что курсы, они виртуальные, это в виде ссылки, и отгружать их очень легко и просто. И, скажем, курсы – это видео на самом деле. И я посмотрел, у меня... продано где-то, ну, в районе 1000 этих курсов. И что мешает продать еще 10 тысяч? Ничего не мешает. Смотри, если один курс биржи для чайников стоит 7500 рублей, то, соответственно, 1000 этих курсов стоит 7 500 000. И мне нужно фактически, ну, вот если мы там в такой партнерке будем идти, там, хотя бы там 30 на 70, да, то получается мне нужно продать где-то, получается, тоже 1000 курсов для того, чтобы получить мои 2 миллиона рублей там, ну и заплатить налоги какие-то. Причем каждый это может сделать. И даже человек, который же работает, то есть у меня есть там, мне не нужно будет отказываться, у меня там есть несколько направлений, куда я тоже там вкладываю свое время, помогаю там и с телеграм-каналами, помогаю там с работниками. Ты общаешься с людьми прежде всего. Так, ну, просто мне бежать надо. Давай уже до следующего раза. Эх, так жалко тебя отпускать, Юрий. Ну, давай. Я тебе распишу схему бизнеса, хорошо? Вот прямо по полочкам распишу, если ты согласен. И я тебе единственное, что могу сказать, что ну, я заработал за 2 года 3 миллиона, то есть ты совершенно спокойно можешь заработать за год 2 миллиона, то же самое, если постараешься. Дело в том, что я-то ничего не зная, все это делал, ты-то уже будешь знать, во-первых. Во-вторых, я тебе научу, как это сделать. Конечно. И есть уже готовый продукт, который есть можно... Есть готовый продукт, да, то есть тут все максимально легко и просто, поэтому... А я еще хочу тебя попросить, чтобы ты участвовал как бы, ну, на моем канале. То есть я делился своими результатами, да? Совершенно верно. Что ты делаешь, ты бы рассказывал. И мы будем показывать, как у тебя получается. И, может быть, кому-то это понравится, и тоже кто-то захочет присоединиться. Пожалуйста, ради бога, мне чем больше, тем лучше. Потому что я хочу, чтобы максимальное количество людей стали богатыми. Вот и все. Слушай, ну давай потихоньку и дом начнем строить, и курсы продавать. И мне кажется, можно снимать, и как этот прогресс растет. И будем делать по табличке стратегии накоплений. 10% от наших доходов будем откладывать в инвестиции, правильно? Да, будем откладывать и будем показывать тоже, как медленно растет по экспоненте все. Хорошо. По рукам. Пацан сказал, пацан сделал. Я запомнил, ты это сказал. То есть будешь откладывать по 10%. Мы откроем тебе брокерский счет скоро и будем откладывать денежки. Ну, а пока все. Давай, мне пора бежать. Тут у меня уже... Хорошо, давай, пока. До встречи.